Привет всем. Смотрите, мы едем к маме с бабушкой на обед. Сегодня у моего папы день рождения. Мы встречаемся. Я купила бабулечке цветочки. Но вы знаете, всегда дети матерям дарят цветы на свое день рождения. Вот бабушке дарю я, поскольку я сказала, что я осталась за папу, как важное лицо. Поэтому мы едем. Если видите, в своем пальтишке очень модно. На улице хорошо и тепленько. В машине холодно. Да? Ты замерзнешь? Конечно, потому что футболка. Заяц, ты не закрыл. Вот, ты хотел поздороваться. Здравствуйте. Угу. Торика, представляете, маме звоню. Я говорю, она говорит, ну мы когда приедем, правда, вот уже немножко опаздываем. Ну ладно. Мы с Денисом продрыхли, у меня отцепной, у Дениса отцепной был. Вот. Ликуська, не знаю, Вася, отмасюсь. Нет, а ты во сколько встала? Я сегодня встала. Я полпервого проснулась. Да, полпервого я проснулась. Ну, вот. Как раз таки я собаку ушла. Я тебя разбудила. Да, вот. Ну и, в общем, короче, мы сейчас едем на обед. Там уже стол накрыли, ждут нас. А, вот что я начала говорить. Мама говорит, с Ториком, что ли, приедете? Я такая говорю, ну не знаю, Торик же приболел у нас 2 дня. Сегодня нормально, все хорошо же. Она такая, говорю, что хочешь с Ториком? Она улыбается. Ну, блин, ну, по голосу слышно, что улыбается. Ну, приезжайте с Ториком, соскучились. Вот, так что мы сегодня полным составом. Тор стоит в шоке, сел в машину, нюхает. Котом Белли, ну, Тёмой Белли пахнет. Он еще не понимает, что происходит. Где девочка, которая пахнет вообще? Он меня вчера все обнюхивал. Да, вот. Вот так вот. А, и хотел сказать, мы вот в магазине, сколько мы ходим в магазин, нам же дали карту, вот за это время, представляете, сколько денег, 600 с чем-то, да, балл? 762. А, 762 балла. И представляете, мы сейчас у нас там, ну, мы взяли фруктов маме, там, ну, вот цветочки, вкусняшки, ну, так чуть-чуть, на 1400 заплатила я 641 рубль. Ну, мы сегодня решили списать. Ну, а что, прикольно. Вот. Прикольно, что мы одной картой пользуемся, ну, улики своя, да, у тебя да. есть? Вот, у нее есть своя, а так-то мы с Денисом на большие покупки вместе ходим, чем разбивать карты. Но мне тоже надо, конечно, завести. Но ты знаешь, что, кстати, по этому мобильному приложению там больше акций? Тебе можно, надо? Мне кажется, вообще можно в один аккаунт зайти на всех телефонах. И так будет на одну карту все. Ну, может быть, надо посмотреть семейный, да, какой-нибудь доступ. Блин, мне надо воду срочно залить в машину. У меня прям что-то вообще грязное стекло. Вот. Все, едем. Увидимся. Нас встречают мясо, картошечка, столик накрыли. Самый уютный. Давай, так мясо принесу. Рюмочку у нас только у папы. Ну и то, чисто надо как-то выпить за папочку. Мы это не сильно пьем. Да, он за нас отдувается, как всегда. Будет еще кетчуп? Рыбка, салатик. Это я взяла в паре такой салатик. Помидорки, огурчики. Да, Рыбка. Бабушка напекла для Ликуськи блинчиков с капустой. Ты говорила, что бабушка контролирует всех, кто что ест. А ты сразу такая, нет, это не будет мясо. Смотрите, новые какие-то взяли, попробуйте. Ну, тут кексики, в общем, чаёчек. Закрывайте балкон. Уже солнце стоит, видите? Очень жарко. Я только проветрила, открывала. Я знала, что вы придёте, вам будет жарко. Такая, дети приехали. Ой, налупились, посидели. Столько всыльных, сембры такие темные, да? Все, нам надо чаще приезжать, даже неделю не виделись, столько тут эмоций, все, нам этот вещи доставали, чемоданы, там куртки, все это маме с бабушкой доставали, помогали. Ну, тут какие-то дела, Денис лампочки везде поменял, короче, ну, еще помимо дела, плюс мы складывали какие-то вещи, то, что нам надо, эмоции. У бабушки аж это, пульс начал сильно биться, что все обсуждаем, тут по поводу ремонта хотим делать, в общем, столько эмоций, и время уже к тому, уже 7:30. Нам надо ехать. Вот. Так что вот. Полочку привезли, маме собрали. Теперь она будет то, что я вам показывала, зелененький, то, что нам Никита дал. Она теперь будет думать, куда их ее поставить. Она сказала оставить ей. Вот так вот. Ой. Ладно. Наверное, дома еще что-нибудь сниму. Мы сейчас в магазин должны заехать, потому что надо продукты подкупить.
И все. И домой. Дома дела делать. Увидимся. Че ты? Короче, не могу вам показать, не знаю как. Боты свои сегодня выгуливаю с кошками. Я уже показывала их с концами. Короче, как-то так. Так, мы дома уже. Не пойму, представляете, включила, сейчас Медин включил лампу, говорит, кружки же, говорит, прикольные в глазах. А вот я смотрю, свет, да, какой-то странный. Не знаю, мне не очень нравится освещение. Ну ладно, как есть. Покажу вам быстренько закупочки, наверное, потому что сегодня что еще? Мы съездили в Валберс. Короче, в магазин от мамы тоже привезли всяких вкусняшек. Блины они нам дали. Ну, с капустой, естественно, мы есть не стали, не осилили. Вот. Сейчас я, короче, мам, пока, блин, брови, конечно, сегодня вообще Брежнева. Брови Брежнева. Сейчас покажу, что купили. Так, взяла сосиски. Они были... Я увидела, что, по-моему, 139 рублей со скидкой, но, оказывается, надо было брать две. Это клинские сливочные. Денис бегал, вторую пачку взял. По 139 рублей пачка. Так, сок. Виноградный. Я вот не люблю виноградный, яблочный. Не люблю. Денис лик и пьет. Ладно. Так, о, так я и знала, что помню. Вот такие лики купила штучки. Одну помяла. Молоко, запомнила точно, 68 рублей по карте оно стоит. Кстати, вот такое молоко и сливки лучше всего сбивать для кофе. Вот, знаете, часто в кофейнях, если видите, такое молоко заливают. Так, оно сбивается очень хорошо. Огурчики еще пока у нас есть, луховицкий пакетик взяла. Бабушка сегодня тоже такие брала. Свои любимые помидоры. Мохитос взяла. Маме сегодня брала азербайджанский, не знаю. Потом скажешь, сладкие нет, были. А, вот такую слобода взяла. Лика любит тут гранола, грецкий орех и изюм. Тоже были по 30. Если берешь 2, по 39 рублей. Так 69 рублей. Дальше. Масло. Вот это. Вы знаете, я знаю, что многие, я вот видела даже, кстати, несколько раз попадала на 40-летний холостяк, ребята брали и показывали, что 72,5. Я говорю, не надо кричать, что это не настоящее масло. Вот я сторонница, что 82% должно быть масло, но сегодня, как назло, ничего не было. И я взяла хотя бы на подогревать на таком тоже. Я как бы не против, я не знаю, но как-то вот я когда услышала, что масло должно быть там 82,5 или 82%. Так я этого придерживаюсь. Так, взяла ребрышки. В духовке сделать. Ну, вы видели, я уже делала Денису, ему нравится. Сейчас вторая сумка. Так, картошку взяла. Не поняла смысла. Вот я вообще обычно беру мешочек, тут весовая. Подхожу, в мешке точно такая же картошка, килограмм 37 рублей. Вот это по 16. Мы здесь не поняли прикол, в этот раз мы брали. Так, такой сыр себе Денис берет. Ну, берет под пиво, сразу скажу. Ему нравится. Он с чипсами. Две морковки. Лук был поганый. Хотела у бабушки взять. И не взяла, забыла. И вот такие ребрышки взяла с картошечкой потушить нам. Свиные. Они когда здесь где-то закачка. Макарошки. Вот такой тортик тирамису был 99 рублей. Неплохой, невкусный. Думаю, у Лики впереди день рождения. Можно как-то вот использовать. Помните, я перед этим показывала кофе банку. Там сколько-то оно. Ну, короче, из той же серии, только немножко другое здесь было. Типа написано, что так стоит 499 рублей. Обычно цена. Сейчас 269. Вот взяли, нам то понравилось, сегодня взяли другое попробовать. С молотой арабикой вот это вот. Мне очень такие вещи нравятся, если есть добавление такого вареного кофе, который варить. Компотную смесь взяла, вроде неплохая, по 169 рублей килограмм. Компотную смесь. Вот такие были со скидкой по 49 рублей. Хорошая цена для таких макарон бантиков. И десяток яичек. Я жаловалась, что здесь дорогие яйца. По 53 рубля взяла. Ну, вроде неплохие. Не мелкие. Не крупные. Вот. Вот так вот. В общем-то, вот такие покупки. Что-то все на 3200 у нас получилось. Да. Или на 3500. Ну, как-то так. Вот. Вот что купили. Ну и все, смотрите, вчера уже, я не знаю, кто полпачки баранов уже съели. Потихоньку они здесь стоят, и потихоньку едят, едят. Ну это хорошо, мне нравится, когда что-то съедается, не продает. Но себе полный дом пряников.
Поэтому решила вкусняшки не брать никакие, будем есть то, что есть. Вот. Вот так. Хлеб дома есть, все остальное есть, поэтому мы так... Вроде казалось, что ничего нету, а на самом деле все у нас есть. Ходила по магазину и понимала, что это не надо, это не надо. Вот, скоро Лики день рождения, она уже придумала, как она хочет, в принципе, отмечать. Она хочет домашнюю вечеринку устроить. Вот, и сейчас вот нам надо теперь это все продумать, готовиться, потому что, знаете, проще прийти в кафе, все заказать, а здесь, там, или хочешь украшения заказывать, все что угодно. Здесь она, так мы ее видим, ну, я вам все расскажу еще. Вот, для этого нам надо подготавливаться, для того, чтобы это была крутая, прикольная вечеринка. Ну, уже взрослые, ему же ничего так не надо, там, эти кафешки, аниматоры, им, естественно, ничего не надо. Поэтому вот так вот. А в кафе она, знаете почему? Мы в том году она отмечала, мы ей, значит, сколько их человек, 10 было. Но она тоже в 3 этапа отмечала, там просто с друзьями школы, с родственниками. Она здесь вот кофейня офигенная есть. Ну, там и еда нормальная, и все. И мы снимали, ну, заказывали стол, они с детьми тут собирались. Очень класс. Кстати, надо будет как-нибудь туда сходить, просто посидеть. Вот мы, я еще хотела, нашли такое место красивое. Вот. И они, конечно, посидели там часа полтора-два, потом начинают просто дурить, кричать, верещать. В общем, они говорят, мне так неудобно, что мы людям мешаем, там, ну, такого плана. Поэтому, как бы, она хотела боулинг, вот, а потом она передумала. Говорит, не хочу и в боулинг, не хочу, в общем, хочется им какой-то свободы, чтобы не привязано затусить, ну, будем думать еще, придумать. Вот, а послезавтра у меня у мамы день рождения. То есть сегодня 25-й у папы, мам 27-го. Папа, мам на 2 дня старше. Вот так вот, представляете, как нас встретились они. У меня такой макияж прям яркий при этом освещении. Вот. Ну все. Что еще? Не знаю, сегодня ничего не будет показывать. Нет вам. Ужин готовить мне не надо, потому что, ну, дали блинчиков, и мы наевшиеся. Я не знаю, вообще кто-то сегодня будет есть что-то. Может быть, просто чайку попьем. Лику, может, какой-нибудь йогурт съест. Вот. Так что... Все, увидимся. Лика ложится спать. А, такой сразу шевелился. Тор, ну... Ну, пожалуйста. Ну, я не хочу на тебя кричать. Ну, Тор, давай договоримся. Я себе застелила кровать. Ну, спасибо, Махарози. Все, я могу лечь. Ты мое место нагревал. Ой, будь здоров. Будь здоров. До этого минут 5 сначала лежал вот здесь, когда я застелила диван. Когда я застилала его, он клал морду и говорил, что я жду. Когда ты мне уже постелишь мое ложе? Потом мама пришла, он вот сюда лег на подушке, пока я тут это. И вот так он лежал минут 5 еще с мамой. У меня хвостик. Такой обиженный лежит. Иди ко мне. Иди сюда под бочок. Обиделся на нее. Ну иди сюда. Тор, знаешь что? Многие собаки вообще на улице спят в будках. А ты вредничаешь, когда тебя покрывалком накрываешь. Слышишь? Ты четверолапая. Ты голодный бегал. Тор. Это означает, что он обиделся, если он ходит в голову и не обращает внимания. Он обиделся. Тор. Вот, уже лучше. Ну что ты ко мне-то? Иди Лики. Ко мне, Торик. Лики. Иди сюда. Вот он, все, моя собака. Да вот он, мой хороший. Вот он, не обижайте. Ну, бусинка. Ну все, ну он уходит ночью, он не всегда ночью. Знаете, нам пришлось ему этот коврик, он прямо его полюбил, в коридоре ложится на него и все. Да, он прямо его полюбил. И мы ему сюда в комнату Лики, он с Ликой в комнате спит. Да, он либо вон там спит, либо здесь, но иногда вот сюда ко мне, он пойдет в ноги. Ну здесь холодный пол, может. Да, ему может прохладно. Все, спать, Тор, иди ложись спать. Ложись спать. Ложись, давай к себе стартуй. Стартуй к себе. Не, он, я когда засыпаю, он уходит. Так обычно. Накладывает Лику спать. Давай спать. Так вот мы спим с ней. Так ты ложись рядышком. Вот.
Не очень удобно, да, голова свисает? Неудобно. Подвинься сюда поближе. Поближе подвинься. Я тебе не буду за лапы дергать, тебе больно будет. Чего ты на меня так смотришь? Что она от тебя хочет-то? Ну, Тор, ну мне куда-то давай нас сесть. Вот я сейчас пришла на почесушки. Сейчас поцелуемся, обнимемся, почешемся и спать. Да ладно, не трогай его. Он же когда камера, он себя так не ведет. Да, он так. Ничего. Ничего. Когда ко мне мама приходит, ко мне сюда укладывает меня. Всегда игрушки маме приносит, начинает свинить. Да, мой брат сразу. Ну все, все, что? Что? Включи камеру, скажи. Включи камеру. Я покажу себя. Стоять еще. Так мы будем всю ночь? Он, мне кажется, чувствует, да когда что ты камеру включаешь. Что? Он прям по-зимому, прям по-другому себя вести начинает. Да дай я сяду куда-нибудь. Тор, допускаю. Куда мне можно сесть? Спасибо. Оп. Между нами надо втиснуться. Ну что это такое? Тор! Что за... Тор! Да кто? Что за людей? Не дыши в камеру. Сейчас напишут, вот собаку избавили. Да, нет, просто сейчас одна... Куда ты вытянулся? Лезь! Ты чего? Нет, просто сейчас одна команда на место, всё, он уйдёт спокойно. Пошёл. Конечно, он уйдет, если мы захотим. Игрушку мне, да, несешь? Игрушку несёт. Ой, Тор, аккуратно! Ну, он мне на лицо сейчас сядет. Все, ликусь, давай. Все, решили поиграться перед сном. Это он решил. По-моему, он здесь решает вообще, что мы будем делать. Ты же взяла игрушку в руки. Взял он игру. Ну, ты ее сейчас зачем к себе взяла? Чтобы он лег. Так он хотя бы лежит спокойно. Угу. Ну, более-менее. Все. Какой хорошка, маленький ребеночек. Ой, прям попой своей меня снес. Все, ползай. Отдай ему, пусть идет с ней. Куда ты? Он будет топтаться, будет поправлять.